Иск подала администрация города Сочи. Суд признал самовольно возведенными все постройки на этом участке. А это и трехэтажный дом, и двухэтажная пристройка, и бассейн. Как следует из документа, все строения возведены на смежных участках. Но у хозяина разрешения на строительство на этой земле нет. Демонтировать собственными силами владелец не захотел, пришлось подключиться судебным приставам. В этом году власти Сочи получили возможность подключать к демонтажу по судебным решениям сторонние организации. Средства на оплату их работы обязаны возместить нарушители. Опять-таки в судебном порядке.